Строительство школы на улице Панова в Октябрьском районе Самары не отменяется, как написали об этом некоторые СМИ. На самом деле внесено изменение в программу, в рамках которого поменяли местами школу на Зиме и школу на Панова по срокам строительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщает руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Школу на Панова по-прежнему планируют строить. Для этого передан земельный участок из ведения Минобороны в муниципальную собственность. Ведется подготовительная работа. В администрации Красноглинского района состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрели 8 протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности привлекли 7 родителей или иных законных представителей, 5 родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей. В этом году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли более 700 тысяч жителей Самарской области. Профилактические мероприятия помогают предотвращать развитие опасных неинфекционных заболеваний, а также выявлять болезни на ранних стадиях. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте от 18 до 39 лет один раз в 3 года, а в возрасте 40 лет и старше – ежегодно, напоминает телеграм-канал администрации Советского района.